Югорский боксер Рашид Янгазиев завоевал бронзовую медаль на чемпионате страны. Этот турнир сейчас проходит в Чите. Сегодня спортсмены вышли на полуфинальные поединки. Рашид Янгазиев выступает в весовой категории до 63,5 килограммов. В битве за финал ему противостоял спортсмен из Санкт-Петербурга. В итоге судейская бригада отдала победу Илье Попову, а Рашид Янгазиев стал бронзовым призером чемпионата страны и обладателем сертификата на 125 тысяч рублей. Сегодня вечером в полуфинальном поединке выступит еще один югорчанин. Кирилл Локотков проведет бой в весовой категории до 54 килограммов. Я одержал победу и вышел в финал боец из красного угла. Илья Попов проходит финал, но Рашида Янгазиева поздравляем с бронзовой медалью.